Фу, жара сейчас у нас дико сильная вообще, это жесть. Ну, короче, я уже собираюсь в поезд. Домой больше сегодня не вернусь, у меня ночью поезд. Вот, и сейчас поеду что-то себе покупать из еды в поезд, потому что ехать до завтрашнего обеда, в принципе, это немного. Вот. Так что сейчас буду собираться потихонечку по магазинам. Походим. Я съезжу к маме и искупаюсь. Вот. И, в общем, схожу к Алинке перед отъездом, потому что приеду я теперь только через, ну, неделю, можно сказать. Без одного дня. Через 6 дней приеду. Вот, и надо как бы увидеться, и то она уже там через месяц, она уже уедет обратно в Краснодар. Вот. Так что я с баулами, я не знаю, как я буду передвигаться по Москве, у меня чемодан. И кое для чего мне надо свадебное платье, в общем, не знаю, очень оно тяжелое, и чемодан нелегкий, в общем. Как-нибудь уж, как-нибудь. Потом вид за мной приедет в Москву тоже, потому что мы хотели ходить закупиться вещами в Москве. И уже вместе поедем домой сюда. Купили мы, значит, мне парочку огурцов и нектарины. Это помидорки он себе сам взял, я, наверное, не возьму с собой. Вот такую колбаску сделаю, бутербродики, наверное, не знаю. Вообще взяла себе сосиски отварить. Я вообще не ем сосиски, но в поезд взяла с сыром. Вот. Тем более, если дошик буду заваривать, могу в дошик кинуть, чтобы она так подогрелась. Вот, взяла еще батончик. И ты мне что сварил еще эту, да, кукурузку? И кукурузу взяла с собой домашнюю. Заезжали к Алине, ну точнее долго сидели. Вот. Они нас накормили. И сейчас я уже поеду с Витом на поезд. Камера, я так себе нравлюсь. Да. Вообще, вообще качество супер. Поезд выезжает за 2 часа. И все-таки качество супер. Можно даже не фотошопить, да, да, да. А тут вот так нельзя увидеть? Нет, сори, простите. Тут можно еще делать вот так вот, ярче. Темнее, 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 темнее. Теперь точно все подписывайтесь на Валерия Бовы. Бовы. Потому что у нее новая камера за очень дорогие денежки. Надо вот сюда смотреть. Да мне пофигу, я на себя смотрю, я красивая только. Только красивая. В общем, все, сейчас поедем уже. Все, мы приехали на вокзал. Идем. Надеемся, что реально московское время. Ну, везде вроде написано московское, но там хрен пойми, если нет, то наш поезд уже давно уехал. Все, Заня сажает на поезд. Скоро ко мне приедет. Через 3 дня. Нет, сегодня 26-е, 30-го приедет, через 4 даже. Да. Да, 30-го. Не скучайте без меня. Че, они попутчики веселые ребята там, да. Армянская пара. Start anew, fixate.
все, ребят, я в Москве. Как видите, у меня руки все заняты. Это жесть просто. Так что много пока что вам снимать не могу. Мне нужно добраться до отеля, там разместиться. Сейчас вызову такси. Буду аккуратно идти, чтобы платье мне не упало. В общем, включусь к вам, как, в общем, доберусь. И поеду гулять, скорее всего. Выложила влог. Чуть попозже расскажу свои впечатления о ваших комментариях. Все, ребятки, я заселилась в отель. Сейчас схожу в душ, немножко ополоснусь. Голова у меня, в принципе, чистая. Вот. И разложу немножко свои вещи, свои платья, чтобы они у меня не совсем помялись. Конечно же, они у меня мятые, надо будет их гладить и так далее. В общем, сейчас я быстренько пойду ополоснусь и поеду, наверное, на Красную площадь, по Охотному ряду погуляю, померяю, посмотрю вещи какие-нибудь. Потому что Вит приедет, у него будет время вещь поискать, а у меня вот не особо. Поэтому я займусь, наверное, сегодня этим. Ну и что-нибудь вам поснимаю. Сейчас заряжу все свои телефоны, потому что у меня все разрядилось. Пауэрбэнк мой сел. Короче, я не поеду в город, пока я все не заряжу, ибо я где-нибудь потеряюсь точно. Я, короче, сильно пипец как хотела есть, пока ждала такси на Павелецком, зашла в Бургер Кинг, взяла себе какой-то гамбургер небольшой. Вот, хочу сейчас перекусить, потому что я все спорола в поезде. И хочу, в общем, теперь пообедать. Ням-нямка. Обычная булочка с курицей. Самую простую взяла. Все, я собралась, вышла, но пока не особо понимаю, правда, где я нахожусь. Сейчас попробую по навигатору как-то дойти. Вот. До метро. И поеду на Охотный ряд. Чего я так легко одета. Все, я в метро. Сейчас доеду две остановки, короче. Буду уже на Охотном ряду. Не хочет меня фокусировать, короче, камера. Но никак, она... Все, я наконец-то добралась. Буду теперь ходить, гулять. Смотреть какие-нибудь шмоточки. Потом сходим с вами на Красную площадь. Посмотрим. Погуляем. Ну, я там, конечно, была уже много раз, но с вами еще толком не была. Посмотрим, что в московской биржке. У нас, конечно, не очень она. Чего такого платья. Понравилась мне джинсовочка. Розовенькая такая. Можно еще рукава спустить. Вот. Еще понравились мне вот такие вот штанцы. Розовые, легкие. Да. Ну, это, конечно, не с этой джинсовкой носить, просто розовый. Не знаю, почему-то идет мне так розовый цвет, другой как-то не очень. Вот я, например, взяла
юбку. Смотрите, какая расцветка, да? Ну, она вообще не очень, не идет ничего. Короче, я не удержалась. Купила хайлайтер, основу под пигменты и кисточку крутую для растушевки. Короче, не знаю, ничего мне не нравится из одежды. Мне, наверное, уже болезнь визажиста ходить по магазинам косметики и смотреть косметику, потому что мне постоянно что-то надо, но это реально так, это не просто моя прихоть, мне правда постоянно что-то нужно, потому что часть у меня косметики, допустим, заканчивается, часть мне нужно что-то новое, потому что мода не стоит на месте, тренды развиваются, мне постоянно нужны новые пигменты и так далее. Просто. А из одежды, если честно, ну как бы, блин, одежда как и везде, ничего особенного. Я бы не сказала, что вау, а в Москве-то вон, чего посмотрите, да. Вообще нет. Ну, короче, я, наверное, сейчас выйду на Красную площадь, что-то я заманалась ходить в магазин, не хочу, не бесит. И не хочу поесть или чего-нибудь попить уже. Тошка, наггетсы и несколько крылышков, кола и Биг Мак. Ну что, идем на Красную площадь, сходим с вами. Эх, если бы завтра у нас был выходной, мы бы сходили бы сюда, посмотрели бы концерт, его по телеку передают, видели. Вот. Но мы никак не попадаем завтра. Ну да ладно. Я думаю, ничего страшного не будет. Все, короче, прошла я досмотр. Иду к Кремлю. Знаете, я сколько раз была на Красной площади, но каждый раз у меня вот захватывает дух вот от этой величины, масштабности построений. Так круто. Вообще. О, куранты бьют. Ровно 7 вечера. Сейчас прогуляюсь и уже поеду обратно, потому что я по Москве одна немножко боюсь гулять. Там какой-то концерт идет, кстати, вон я вижу. Так вот, поскольку... Сейчас, секунду. Поскольку гуляю одна, а фоткаюсь тоже одна. Или на камеру, теперь меня можно фоткать на камеру, потому что я себя спокойно вижу в отличном качестве. Либо пофоткаюсь на телефон. Верить в свое дело, как нужно любить то, чем ты занимаешься. И как, несмотря ни на какие трудности, приехал телеканал. Команда Хила Тим Сузавора. Ну и, конечно же, не побоюсь этого слова, легендарный Йоши Мас. Красотища. Ребят, почему так шикарно? Скажите мне, пожалуйста. Блин, какая красота. Я не могу. Просто. Чего вот оно не передает, как это красиво. Купила за 50 рублей вот такую милую открытку. Софи на день рождения. Я поеду. Приеду в Энгельс, пойду к Софке на день рождения. Она любит всякие такие милые вещи. А, в общем, ко мне привязался парень, говорит, блин, у меня девчонка, подружка открывает свою арт-студию. Вот, в общем, продает вот такие вот миленькие открыточки для того, чтобы были средства на что, в общем, открывать эту студию. Ну, во-первых, мне захотелось дать развитию этой студии, во-вторых, Совке я в любом случае буду искать открытку, а она любит такие милые вещи, возьму. Все, я уже приехала на Павелецкий вокзал, сейчас пойду к своему отелю. На самом деле все никак не доберусь до того, чтобы вам сказать огромное-огромное спасибо. Я вообще на самом деле в шоке
от того, что я читаю комментарии, и они там только хорошие. И не то чтобы хорошие, а просто какие-то невероятно крутые. Я, конечно, ожидала хороших комментариев, но чтобы настолько хорошие, теплые, добрые, вы наша семья, как и Адреналин, вы наша вторая семья. Мы вас безумно сильно любим. Кто реально нас смотрит давно, любит, ценит и уважает, ребят, вам цены нет. Вы просто нереально крутые. И эти все комплименты посвящены вам. Вы суперские. Мы вас очень сильно любим, ценим, обожаем. И я сейчас встретила парнишку, когда шла по Никольской, по-моему, улице, вот с этими огонечками. Так вот. И он такой мне говорит: а сколько у тебя подписчиков? Что-то мы с ним разговаривались, он мне продал вот эту открытку. Я говорю: ну, 50 тысяч. Он такой, типа: да для Москвы это вообще, типа, фу, фигня там. Я говорю: какая разница, какая цифра? И вот просто, если я задумываюсь о количестве человек 50 тысяч, для меня это безумно много. И мне плевать, кто что говорит, но для меня это реально много. И как бы каждого из вас я ценю, уважаю. У нас недавно 50 тысяч стало, уже 55 тысяч. Это просто... Для меня это действительно невероятное количество человек. Так что спасибо вам, вот такое вот огромное-огромное, как огромная Москва, вам такое большое спасибо. Ребятки наши, дорогие, любимые, самые лучшие, я просто... Я немножко сейчас отошла, у меня, видите, глаза зареванные. Я читала сейчас все ваши комментарии, все ваши сообщения в директе, все ваши сообщения ВКонтакте. Господи, боже мой, я в шоке. В шоке от того, как вы восприняли эту свадьбу. И у всех повторяется одна и та же фраза, что вы пишете: смотрю и плачу, и что все продумано до мельчайших каких-то, до мелочей, в общем. И это так безумно приятно, что вы наша семья, вы оценили то, что мы год старались воплотить в жизнь. Мы реально очень сильно старались, и вы каждую деталь заметили, вы каждую деталь оценили. Вы самые чуткие, самые трогательные и самые внимательные наши друзья. Это я вам хочу сейчас включить одну аудиозапись. Записала нам ее наша подписчица. Я, ребят, просто... Я в шоке. Я не знаю, как вам еще выразить свою благодарность, потому что мне Вит пишет, пересылает это голосовое. Эта девочка написала ему, и он пишет... Сейчас я вам просто даже прочитаю, покажу. Хочется еще больше снимать. Это очень трогательно. В основном все так писали. Но вот это голосовое просто меня так дико вынесло, и я вообще ревела просто. Виталик, сейчас посмотрела влог со свадьбы, только сейчас удалось это сделать, так как я была на работе, а интернета там нет. И мне пришло 2 часа уведомления, типа, запустили вы его влог в YouTube. Я, давай отпрашиваться с работы, меня не отпускают, я...
Пошла интернет просить. Ничего не грузит. Пришла домой, вот только досмотрела. Господи, вы такие красивые. Там вот просто Лерочка, она такая красивая. У нее прическа, сережки, корона, вот это вот. Все продумано до мельчайшей детальки. Все. Каждому сколько того, сколько этого. Танцы, какие красивые танцы были. А вот это шоу-премьера, это просто классно. Господи. Я желаю вам всего-всего хорошего и самое главное детишек, чтобы потом вы открыли эту бутылку коньяка на свадьбу своего первенца. Очень красивый влог, и, конечно, я жду еще видео с танцами, с сюрпризами со свадьбы. Очень-очень вас люблю и люблю. Ой. Люблю. И смотрю вас очень-очень долго и восхищаюсь. Смотрю Лерочку с каждого первого ее видео. И как бы я смотрю, как она растет на глазах. Это такая девушка, это просто она стремится к своей цели. Она, я не могу даже описать это словами. В общем, всего вам самого наилучшего. Живите и будьте счастливы. И выпускайте побольше влогов. Как всегда говорю, что видео на высоте. Удачи вам! Вот представляете, вот насколько вы чуткие. Я не знаю уже слов, чтобы описать мою благодарность вам, нашу благодарность вам. Это вы все сами видите по моим глазам. Сами видите, как у меня горят глаза. Я вот в таком, знаете, заряде. Я так хочу для вас стараться, снимать, вас удивлять, стремиться к чему-то большему, чтобы наша с вами семья росла, и вам нравились наши видео, мы не переставали вас мотивировать, потому что не хочется мне скатиться до уровня влогов а-ля попили, пописили, покакали, спать легли, но не хочется. Хочется для вас быть всегда примером и удивлять вас все больше и больше. Мы очень будем стараться с вашей помощью. Вы нам будете подсказывать, что вы хотите и так далее. В общем, огромнейшее вам спасибо. Мы вас очень сильно любим. Я делаю в Инстаграме опрос, выкладывать ли две еще части со свадьбы, с профессионального нашего видеооператор, который снимал видео наше. Всего лишь там 5% ответило, что нет, а очень много тысяч человек ответили, что да. Поэтому я выложу два видео. Я выкладываю это не для просмотров, я выкладываю, во-первых, это для памяти, для нашей. И чтобы вы могли целиком с головой проникнуться еще больше в нашу свадебную атмосферу, потому что я выложила все то, что наснимали девочки, но это не полная картинка всей нашей свадьбы. Я повыкладываю с конкурсами и так далее. В общем, свадьба была самая крутая. И это еще не конец, поверьте мне. Это еще не все, что мы для вас готовим. Вот. Но расскажу я вам это совсем скоро. Думаю, что через пару месяцев вы обо всем узнаете. Короче, ребят, смотрите, какую я красоту сейчас сделала. Такая вот нежнейшая веточка. Я обычно делаю ее с белых вот таких вот бусин, кристаллов и бисера. А это я купила вот такие вот черненькие, темненькие хамелеоны. Тоже прикольно выглядит на белой веточке. Вот, но надо будет еще такую черную купить леску. Мне кажется, тоже будет круто.